готовы? Отлично, сейчас, сейчас будет много юмора, много веселья и много сюрпризов. Итак, мы начнем. Представьте, человек, который реально умирился за его... Представьте, бывший чемпион по... Появился новый прикол. Так садись, заводи. Заводи, жми на газ. Ты что такое? Жми на газ, сейчас шмалюешь. Ты что, как баба, жми сильнее. Давай, да, переулыбайся. Такой фотки ВКонтакте ни у кого еще не было. Ребята уже готовы, и... Случай на дороге. Сержант Андрей Андреевич, предъявите-ка ваши документы. О, да вы не пристегнуты. Да, это очень хорошо. За 490 рублей. Я это говорю для того, чтобы вас жюри. Артхаус в ГАСУ. Первая промо. Под номером 5 была команда ПВ. Аграрный университет. Предупреждал, у нас наступает время разминки. Я приглашаю все команды. Итак, поднимаем руки. Я к вам подхожу и задаю... От вас вопросы. Отвечает, Илю, девчонки отвечают. Почти все приветствую, потому что опоздал. Опоздал, потому что подстригался. А вот если бы я был лысым, я бы успел к началу. А какие еще преимущества лысых людей? Какие преимущества лысых людей? Валер, ты не торопись, ты у тебя еще впереди. Можно шапку со звуком снимать. Рыжим, спрашивай. Я мама одного из КВНщиков. Приоритет. 5, 4, 5, 3, 5. Поехали, готовность. Аплодисменты. Они так будут быстрее, чем они ногами. Я вернулась! Вот ты, блин, значит, Запорожец, на котором мы в соседнюю деревню по бабам ездили, сломал! Там жена! Мария, Мария! Итак, это был музыкальный номер с команды ПВ, а мы... Друзья, все, ну давайте повеселее, чуть поаплодируем, друзья! Fucking music! Get out of your mind! Спасибо вам. Вы молодцы. Во-первых, Кристофер Круз, да? А, так он молодой. Все, поехали! Мами! Гамы, сердцы! Еще! Совы! Давай! Гамы, сердцы! Обычный день в камызякском клубе свингеров. Побегались! Вечером поздним гремит гроза. Ты выходишь скорее во двор, заодно и купаешься. Ведь под водой весь камызяк. Про него и споем тебе. Чего улыбаешься? А! Но не так, чтобы у всех прям есть. Конкретно у мэра есть. И каждый год так собирается. Смотреть, как он будет есть.
Стоят и смотрят люди, как ее он любит, как он банку открывает, сердце прижимает, как на хлеб ее намажет. Людям что-нибудь скажет, как он снопочку пропустит, тулится так вкусно, молодец! Мы с Воронежем за рекой отдыхаем, там будет приглашенная команда Трюкова. Турнир КВН в городе Воронеже, тающий, да? И огромные просто тысячи аплодисментов. Десять тысяч рублей. Третье место в Кубке Сити Парка Град достается моей любимой команде КВН «Спартак Москва». О, вуаля! Со мною команда КВН 13,2 и 15 тысяч рублей. Команда КВН. Команда, пожалуйста, мой, я передам. На КВН это у нас семейное мероприятие. На КВН мы ходим давно, и я скажу постоянно. Я рекомендую всем ходить на КВН. Видите? Вот. Видите и слышите. Это очень интересно. Замечательное мероприятие, только что состоялся у нас финал нашего Кубка Сити Парка Град по КВН. И в 2011 году мы все знаем, что КВН исполнилось 50 лет. Тем более замечательно, что и финал, где участвовали лучшие команды, по моему мнению, от наших вузов, участвовали здесь у нас в Сити Парке Град. Очень было весело, очень смешно, было большое количество энергии позитивной и от зала, и в зал отдано. Игра была действительно очень хорошей. Наше общее дело всегда стоит за подобные мероприятия, где раскрывается потенциал молодежи, где она может себя проявить в тех или иных вещах, как, например, КВН, а очень замечательная игра, по-моему.